Газпром вкладывает деньги по разным направлениям. Вот смотрите, в 2006 году Газпром покупает пятый энергоблок Розданской ТЭС, который до этого не был введен в эксплуатацию. И уже через 6 лет пятый энергоблок заработал и начал покрывать 7% электроэнергии Армении. А вот в 2019 году построили учебно-спортивный комплекс ЗАО «Газпром Армения». Я лично был там и могу сказать, что это многофункциональный и современный спортивный центр уровня лучших спортивных школ Москвы и Санкт-Петербурга. Ну или вот еще пример. 1300 семей, перемещенных из Арцаха, получили единовременную финансовую помощь от фонда, созданного по инициативе «Газпром Армения». Перемещенные семьи, в первую очередь многодетные, благодаря «Газпрому» получили возможность покрыть аренду и коммунальные услуги в новых местах проживания.